Ревакцинацию против коронавируса медработников начали проводить в городской поликлинике номер 6. Напомним, эта процедура проводится тем, кто 9 месяцев назад получил первый и второй компоненты вакцины. Так сотрудники 6-й поликлиники привились в феврале текущего года. Стоит отметить, что те, кто получил векторную вакцину «Спутник Ви», ревакцинируются инактивированной прививкой, к примеру, «Казвак». Призываю своих населения прививаться. Это наши медицинские сотрудники и педагоги должны. И призываю это силовых структур, те, которые работающие в медико-социальных учреждениях, их контингенты и люди старше 60 лет. Потому что мы так и начали в феврале из этих слоев населения. В данный момент им подлежит ревакцинация. Она нужна нам, ревакцинация нужна для подкрепления нашего иммунитета против COVID-19. Все-таки через 9 месяцев, если инактивирована вакцина, тогда через 6 месяцев нужно подтверждать, усилить сила иммунитета. Для этого получается третья доза.